Всем привет, дорогие друзья, с вами Артист. И сегодня я буду открывать 8 наборов в Apex Legend. А также, как у меня есть 12 тысяч, я наконец-то накопил жетонов легенд, я открою такую легенду, как Octane. Я долго думал, Миража или Octane выбрать, купить. Но в итоге мой выбор пал на Octane. Хочется на скорость победить. Давайте начнем с наборов Apex. Поехали, первый набор. Итак, интересно, что же нам выпало. Эпическая раскраска R99, по-моему, да? Если не ошибаюсь. Ценные металлы и провокации. Посмотреть. Сейчас у меня стоит гадюку на эту прям... Не знаю. Крутой скин, мне нравится. Я, пожалуй, заменю. Око бури. Ценные металлы. Используются для изготовления предметов внешнего вида в меню легенд и арсенал. Мне не очень нравится. Может как надо, но... Смысл. Отлично, давайте драться. Давайте поставим. Хоть у меня миража нету, и в ближайшее время не будет. Но поставим заранее. Итак, второй ящик. Редкий облик. Lifeline. Я почти за нее не играю. Давайте поменяем, так как у меня стоит обычный оригинал. И раскраска оружия. На тот же самый R99, да, я не ошибся. Но у Кобури намного круче. Так что, как это называется? Кардинал. Кардинал я ставить не буду. Дальше. Шестой набор. Точнее, третий, который мы открываем. Опа, вот это мне уже нравится. Хоть он и обычный, но в принципе... пчелка. Настойка. Давай, не знаю, я шершик поставлю. Я вам покажу, какой у меня стоял. Типа, поза на баннере. Сейчас мир стоит. А как он выглядит? Можно мир посмотреть? Я не помню. Ладно, давайте поставим. Да, сейчас я вам покажу, как выглядел мой прошлый облик. Выглядел он вот так. Но, в принципе, мне пчелка зашла. Ой, нифига себе. А пчелка стоит, а мне не нравится вообще. Вот это вот прямо круче. Во, вот этот скин вообще топовый. Ну да, я показал. Где пчелка моя? Оригинал, чистые воды. А, шерсть, да, все, стоит. Открываем еще один набор. И что же здесь будет? На миротворца то какой. Вот это. Не знаю, мне очень нравится. Миротворец — это жесткое оружие. Я люблю с ним поиграть. Люблю вплотную команде голову дать. Нанесено урона. На это можно смотреть. За Octane. О, как раз Octane. Давайте зарядим. Следующий набор. И... еще эпический. Блин, как они классно выглядят. P2020. Мне нравится пистолет P2020. Типа он достаточно точный, хоть и мало урона. P20 он, по-моему, наносит тело. Но, блин. Блин, это круто. Нафига я выхожу? Еще один наборчик. Вау. Тоже красиво. Но прошлый эпический мне больше нравится. Цифровой след у меня стоит. Шершень. Ладно, ты. О, это. Как ее там? Телочку мою, короче. Рейд вроде, да. Редкий облик. Нечестивый союз. Я сейчас стоит ставить не буду пока. Провокация убийства.
Так, что тут так? Ты часто чего-то... Ты часть чего-то большего. И ценный металл. И ласт набор Apex открываем. Давайте эпическое что-нибудь. Ну вот это, понятное дело, заменяем сразу. Я на самом деле по тройной эффект тоже неплохой скин стоит. Сейчас я вам покажу. Арсенал. Снайперские винтовки. Тройной эффект. Ярмарка. Нет, этот, который нам выпал, получше. Космос. Хотя это не точно. Так, а мне там наело скин какой раньше стоял? Бенгалия? Не, цифровой след покрепает. Мастиф. У меня сейчас стоит базовый. А у меня выпало. У меня понял. Окей, штурмовые винтовки, флэплайн. Арктика. Это я просто не открываю, мне сейчас не падал. Как я понимаю. Так, сарай. Пчелки у нас бегают. Анимация в пустоту время. Побед в сезоне одна. Это лучше, чем пустое время. А здесь можно в пустоту время. И здесь у нас... Что у нас? Побед в сезоне 0. Я за нее не играю, можно ничего не ставить. А сейчас... Мы открываем вот этого чувачка. Просмотр навыков. Пассивное умение. Скорая поправка. Пока КТН не получает урон, он постепенно восстанавливает здоровье. Это, кстати, крутое умение. Дальше, тактическое умение. Стимулятор. Увеличивает скорость на 30% на 6 секунд. Тратит здоровье при использовании. Ослабляет эффекты замедления на время действия. И батут спецумение. Портативный батут, который подбрасывает воздух тех, кто им воспользуется. То есть не только меня, а любого. И важный момент для меня. Открываем. Все, осталось двоих. Следующий будет Мираж. Жди. Вот наш стандартный прикид Октейна. Он на протезах. У него есть татушка. Вот он снимает протез, подкручивает и обратно вставляет. Очень все простенько. Давайте посмотрим, какие у Октейна казни. Первая казнь стандартная, это с гранатой. То есть он подбегает к чуваку, бросает гранату, сам никуда не уходит, его отталкивает взрывной волной, а ему пофиг, он встает. И все регенерируется и спокойно продолжает бой. И вторая, которую можно открыть, это убойный молот. Жесткая казнь, Октейн на веселе. Ему по барабану. Итак, я нашел удаленное место, в котором мне никто не будет мешать. Чтобы осмотреть способности Октейна. Итак, первая способность, которая пассивная, это регенерация здоровья. Так как сейчас меня никто не трогает, я ее вам покажу после того, как использую вторую способность, которая ускоряет Октейна на 30% от его бега. Которая регенерируется за одну секунду всего лишь. То есть останавливает способность. Одна секунда прошла, я могу дальше бежать. Но эта способность снимает некоторое количество хп. И вот сейчас у нас работает пассивная способность, как вы видите. У нас восстанавливается здоровье. Само по себе поднимается, без использования аптечек. И третья наша способность, это использование батута. Можно просто нажать на кнопку, он выкинет, а можно задержать Z, и у вас появится другой прицел. И с помощью него можно кинуть батутик. Батут на месте не кидает, все время вперед, в ту сторону, в которую вы смотрите лицом. Опа. Паркурчик. Так, у нас зона идет, да? В принципе, это на этом все. Осмотр
закончился. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. А с вами был Артист. Всем удачи и всем пока.